Так, Ань, объясни мне, пожалуйста, почему я девочка опять? Прости, Маша. Почему мы подружки с тобой сегодня? Ну, знаешь, так даже веселее, я считаю. Короче, слушай, я тебе так скажу. Мне Брукхейвен надоел в том плане, что почему он не строит ничего нового. Почему нет никаких новых локаций у нас? Ну что за фигня? Объясни мне, пожалуйста. Ты в курсе? Ну, я-то откуда знаю? Мне кажется, тебе надо писать Вульфпаку. Я ему уже писал, он мне не отвечает. Я не знаю, он, походу, обиделся на меня. Слушай, у меня идея. Давай мы с тобой построим собственный Брукхейвен. Ого, офигеть, давай. Мне хочется построить просто, не знаю, построим это маникюрный салон еще один, потому что давай. Я же девочка, мне нужно это. Блин, это прикольно, давай, классная идея. А где будем строить? Короче, я знаю одну офигенную игру, называется Мегамод. Там мы сможем с тобой построить все, что угодно, абсолютно. Там не нужно регистрироваться, ничего не надо. Просто зашел и играешь. Даже ничего скачивать не нужно. Офигенно? Я знаю эту игру, но я в нее, короче, ни разу не играла, поэтому я вообще да, не против. Да, ты знаешь? Давай мы с тобой туда отправимся. А вы, ребята, если тоже хотите поиграть вместе с нами, ссылочка на игру будет в описании. Ну а мы побежали туда смотреть, что там у нас будет. Интересно, что получится. Я не знаю, что я построю, но это будет очень смешно. Можно здесь зарегистрироваться с помощью Google. Я тебе, Аня, если что, расскажу. Может, ты не в курсе. Мы продолжаем как гости или что-то в этом роде. Ля, какие вот такие хорошие. Скин мне нравится, я его уже создавал. Скин замечательный. Если что, игра по инвайтам. Если вы хотите получить инвайт, вы заходите, ну то есть приглашение, да? Это бетка, и чтобы поиграть, нужно приглашение. Его получить вы можете в Дискорде, ссылочка на него будет тоже в описании, обязательно заходите и получайте инвайт. После этого вы сможете играть совершенно без каких-то там проблем. Мы уже инвайт вписали, можно регистрироваться, можно не регистрироваться, как хотите, неважно. Итак, у нас здесь после того, как мы зашли, мы копируем эту ссылочку просто кидаете своим друзьям, они заходят и играют вместе с вами, все нормально. Вот я сейчас таким образом скину Ане ссылку. И она зайдет. Посмотрите, что тут строят. Офигеть. Можно даже такое. Абсолютно можно построить все, что угодно. Это просто капец. Гляньте, как это все выглядит. Суперски. Но я такое никогда в жизни не построю. Но у нас сегодня задача построить Брукхейвен. Поэтому именно этим мы сейчас и будем заниматься. Так, где Аня? Так, ну что, я появилась в этой игре. И офигеть, нифига себе, так могу. Здорово, летать. Я тебя вижу. Привет. Тебя вижу. Ого, что у тебя странный скин какой-то. Прикольно. Это у тебя страшный скин. Ты себя видела, ля, парусник. Иди сюда, посмотри. Здесь у нас, как это называется? Ого, я как Наруто бегаю. Видишь, здесь написано управление. Так, то есть да. Ты можешь посмотреть. Ты как старый дед, мы как старые эти пердуны бегаем с тобой. Здесь, если ты хочешь летать, два раза прыжок нажимаешь, или ты можешь, знаешь, якобы ногой меня ударить, я такой. Все, и дальше, смотри, у нас есть огромное количество вещей, которые мы можем копировать, и из этого можем строить. Она положится в инвентарь как-то образ. А, два раза на нее нажимаешь, на штучку. Ага, у меня забралось. Да, и потом ты единичку нажимаешь, и она достается у тебя из инвентаря. Все, да, поняла. Вот, потом ты можешь зажать. Выбрать, зажать левую кнопку мыши и переставлять как тебе угодно. Поняла? Вот хватаешь предмет и нажимаешь C, то он копируется. О, прикольно. Смотри, видишь? Да. То есть мы его выбираем опять, нажимаем Z много раз, либо X, и он, смотри, видишь, больше становится. Ого, блин, и мы можем взять... Ты куда исчезла? Я вообще-то тут в инвентаре. А, вот, все, и можно любой выбирать, что хочешь. Тут столько предметов, что просто капец. Я возьму дерево, конечно же, потому что в Брукхейвене много деревьев. Да, начинаем строить Брукхейвен. Я думаю, что я построю, может быть, какой-то тут из Майнкрафта столько вещей, капец. Ой, блин, тут машина прям похожа, как из Брукхейвен, синяя такая, смотрите, ребят. Серьезно? Да, я сейчас сохранила ее. Капец, тут этот капитан, как его, блин, я забыл, как его зовут, капитан... Америка? Из острова Да, Капитан Америка, да, советский фильм, нормально. Блин, это реально офигеть, какая игра. Ой, я возьму вот эти кирпичи возьму. Блин, тут реально, тут такой огромный инвентарь, что просто не выбрать. Да, вы потом можете взять это, построить и рассказать мне, что вы построили, обязательно мы потом посмотрим. Да, напишите в комментариях, что вы построили, будет интересно почитать. Да, если что, ребят, на игру ссылочка будет в описании. Я тут пытаюсь дорогу построить. Но это, мне кажется, невозможно. Ладно, хрен с ней, с этой дорогой, без дороги будем. Где мои кирпичи? Откуда ты кирпичи взял? Нашел. А, помоги, я застрял! Ой, прости, твою мать. Нет. Каждый сам за себя, знаешь. Подожди, это нужно соблюдать просто... Ну, надо соблюдать. Так, блин, тут можно как-то отодвигать где предметы. Где ты взял кирпичи? Я пытаюсь найти кирпичи, но я никак не могу их найти. Это просто нереально, офигеть. А, ТР — это вращение, если что, предметы. Тихо, я строю дом. Что очень удобно. Раз, дом.
тихо. Так, я уже все забыла, конечно. Ладно, это будет обычный дом тогда, Брукхейвен. Брукхейвен новых домов давно не добавляли, а мы... Ой, не ту нажал. Офигеть, мы, я тоже если Вульфпак не хочет добавлять, мы сами Ого! Добавим. Ого! У нас своя обнова тут в Брукхейвене. Лянь, я тут вообще уже вовсю строю. У меня уже вон какая стена получилась. Офигеть! Нифига себе ты построил! Блин, ничего себе! Правда, кривой, но я сам кривой, так что все нормально. Жесть просто. Ребят, посмотрите, он там уже построил, блин. У меня тут хата, капец, тут можно жить десятерима. Я, правда, забыл дверной проем поставить, строю. Забыл, прикинь. Капец, это сложно, но так интересно, офигеть. Самое просто. Главное, что ты прикинь, это для бесплатной игры, что тут можно, блин, вытворять, это капец какой-то. Да, тут все что угодно можешь построить, и не только в Брукхейвен, ребят. Фанаты Лайфтопи могут построить Лайфтопи. Покажи своим подписчикам то, что я построила. Лянь, у меня тут халабуду. Да у тебя уже капец. А ты еще кирпич. Вот я сзади тебя. Нет, ты с другой стороны. А, подожди, вот тут? Вот, посмотри, что я построила. Уже нормально ты построила. Это все. А что это? Это дом. Дом? И что, комфортно в таком доме жить тебе? Я еще не доделала, я не знаю, как, я забыла, как переворачивать. Так, я у тебя машину возьму, можно? В смысле? А, так можно было брать чужое? Блин. Ну нет, нельзя. А чего я тогда с этой стеной вонючей мучаюсь? Я не знаю, смотри, машина, лянь. У меня тут вообще Брукхейвен полным ходом идет. Офигеть, у меня тоже процесс пошел. Да? Так. Наконец. А что это такое? А, это планировка какого-то дома, чего? Блядь, что тут люди строят? Офигеть, как это можно построить, вообще не понимаю. Это просто офигенно. Я вообще в процессе вообще не слышу, что ты там говоришь так, мне. Так, мне нужно каким-то образом здесь вход построить. О, ребят, я справился. Как я не понимаю, человек построил такое? Тихо, у меня тут будет сейчас красиво. Ну ничего, я сейчас такое же построю, классное, понятно? У меня вход будет. У меня вход сейчас будет замечательный, смотри. Опа. Так. То есть у тебя есть цветочки какие-нибудь? Какие цветочки? Да, о, есть. Отлично. Я деревья там себе этого. Отлично. У меня тут вообще, слышишь, вход полным ходом идет. Слушай, я уже приноровился, я тут такое уже настроил. Я даже боюсь уже представить. Так, мне бы пол. Ну, это картина, ладно, будет полом какая-то. Офигеть, но я тоже уже вообще-то все начала тут, я влилась в процесс. Конечно, знаете, до Влада далеко. А давайте вообще посмотрим, что там Влад делает. У него тут это, где у него тут вход? О, с другой стороны вход. Офигеть, чё, блин? Как ты это построил? У тебя уже какой-то пол тут. Нифига себе, так, мне пол не нравится, мы сейчас это его переделаем. Просто ты реально уже там Брукхейм построил. У меня, знаете, все достаточно скромненько, ничего тут не сказать. Так, мне нужно увеличить. Можно уменьшить. А что это я? Ну тут вообще, оказывается, строить можно такие вещи, чтобы тебе и не снились. Ну это просто невозможно. Мне как вообще... Ты что за пещеру там, слышишь, пещерный человек? Слышишь, ты пещерный человек. Отвали, ты должен нагордиться. У тебя просто пещера какая-то... Ты дикарь, я понял. У меня не лучше, все нормально. Ага, блин. Блин, ну у меня, в принципе, получается дом. Да слушай, ну на Брукхейвенский дом похоже. Давайте блоков дам, ты все равно в пещере. Вульпак стопудово так же делает. Да. И... Я чисто тебе все складываю. Ну, я вообще-то тут дом строю, а ты мне свалку устраиваешь. Я не устраиваю тебе ничего, тихо. Блин, я такого не строила. Че ты мне по каких-то кирпичей понакидал? Ты че, издеваешься? Держи. Блин, ты вообще... Смотри, у тебя какой красивый дом. Нет, ты какое-то мне уродство дырявое построил. Так у меня тоже такое, я посмотри. Нет, у тебя не такое, у тебя... Офигеть, слушай, ну мне игра прям нравится, интересно. Мне тоже нравится очень, правда, мне не очень получается, как всегда. Ну, у кого руки, такие руки. Посмотри, я тут красоту навел, просто. Офигеть, освещения не хватает. Вот я бы добавил что-нибудь, знаешь, фонарей каких-то, чтобы освещение было. Чтобы день-ночь менялось, это вообще было бы офигенно. Так, что еще надо? Слушай, ну у меня дом, в принципе, готов. Все, посмотри. Заходишь такой, тыры-пыры, нормально. Нифига себе, блин, ну это капец, как ты такой вообще? Офигеть! В смысле ты компьютерный стол сделал? Он маловат что-то, да? Диван, кровать, нифига себе! Вот так вот, во. Просто шок, блин! Ну а что?
И у меня чё? Ну, зато Брукхейвен, как бы, знаешь, вот в Брукхейвен есть же такие дома? Да, там есть кирпичный дом. Правда, у меня крыша поехала, но ничего. Короче, ребят, напишите в комментариях, какой дом победил, как, у кого дом лучше. Ага, конечно, у тебя. У меня замечательный вот этот красивый, да, со всеми удобствами и прочим. Ребят, подбодрите меня в комментариях и верьте или в Ань, меня. Вот это пещерного человека. Отвали. Жилище. Короче, ссылочка на игру будет в описании, и обязательно, ребят, если хотите получить доступ к этой игре, обязательно заходите в Discord и просите инвайт. Вам дадут бесплатный инвайт, вы сможете зайти, играть и строить такие же прекрасные сооружения, как Аня. И ссылочка будет еще в закрепленном комментарии на эту крутую игру.